Под заводную и ритмичную музыку, под чутким присмотром наставника Татьяны Марковой, юные жители Химок оттачивают резкие выпады и эффектные вращения. Это больше, чем танец, это вид спорта. Акробатический рок-н-ролл, который стал для малышей их первым серьезным увлечением в жизни. Это весело, весело. И я обожаю ездить, выступать. Я еще нигде не участвовала, знаю, что у меня получится. Потому что тренер на самом лучше доспеть. И это не просто слова ребенка, который любит и доверяет своему тренеру. Сами за себя говорят десятки наград. Все они уже не помещаются в шкафу. Ну вот это кубок с последнего чемпионата мира, где Наумович Павел выиграл первое место с командой. В них отражена славная страница профессиональной биографии Татьяны Марковой, куда вписаны победы ее спортивного клуба на региональных, всероссийских и международных турнирах по акробатическому рок-н-роллу. Акробатический рок-н-ролл – это полноценный вид спорта. В будущем он может войти в программу Олимпийских игр. Сверхбыстрый темп, эффектные вращения, головокружительная акробатика. И все это в танце, которому Татьяна Маркова посвятила уже 20 лет. За многочисленные спортивные достижения гуру акробатического рок-н-ролла присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России». С этой высокой наградой поздравить руководителя студии пришли друзья, коллеги и руководство Дворца культуры «Родина», в стенах которого Татьяна воспитывает чемпионов с 2009 года. Я тебя поздравляю, люблю, счастлива и горда, что ты работаешь в нашем коллективе, в нашем дворце. И такую ты ему сделала, в общем-то, славу, что другому никогда не достичь этого. Я тебя поздравляю, спасибо тебе. Сама же Татьяна Маркова, хореограф по образованию, благодарит за свои успехи супруга, президента Федерации акробатического рок-н-ролла Московской области Матвея Маркова. Про мои ощущения что тут говорить. Горжусь. 20 лет назад он сам привел в этот спорт Татьяну. Музыка мне просто свела меня с ума, и я полностью окунулась в этот вид спорта. Потому что она очень разноплавная, несмотря на то, что она такая очень ритмичная. Среди учеников Татьяны Марковой чемпионы мира и Европы и просто любители заводного танца. Это и дети от 5 лет, и взрослые под 50. Рок-н-роллу все возрасты покорны, было бы желание.